Привет, друзья! С вами ваш любимый первый образовательный алкогольный канал. И это не сериал «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». Да? Хотя Николай тут раскуривает трубку с таким видом, как будто он сейчас будет распутывать очень сложное какое-то дело запутанное. Да? На самом деле у нас сегодня вообще все пойдет не по плану. Вот, но и в том числе потому, что мы Николая ценим за его импровизацию. И она касается не только бокалов, из которых он употребляет разные напитки, вроде коньяка и виски, да, а порядок дегустации, да, оговоренный заранее, он тоже может быть полностью нарушен и перевернут. Да? Например, в этот раз мы с Николаем договорились о том, что мы будем дегустировать вишневые настойки, правильно? Да, совершенно верно. Да. Они были приобретены. Да. Я подчеркиваю, мы будем дегустировать, да? Не Николай их продегустирует до моего приезда, да? И встретит меня уже с початыми бутылками, довольный и с трубкой. То есть он уже попробовал, получил удовольствие и закурил. А тут пришел Черский, свое кино дебильное снимает, да? Молодец, друзья, просто но... красавчик, да. То есть, соответственно, смысл слепой дегустации сегодня уже пропадает, да, потому что этот человек уже знает вкус, аромат. То есть, будет Бобик в гостях у Барбоса, то есть, соответственно, Барбос будет угощать Бобика, вот, и мы будем, ну, просто оценивать, да, чем они, собственно, отличаются. А, напоминаю, опять же, да, что съемка происходит силами студии Freitag Media, поэтому безупречное качество, картинка, звук, все идеально, грим, там вообще просто, вообще по красоте все. Вот, и скажи, пожалуйста, дорогой Николай, по какому принципу ты выбирал эти вишневые настойки? Ну, я, кстати, друзья, выбирал методом случайной выборки, потому что я ни разу не пил вишневки. Вот вообще просто ни никакие? Разу. Вообще никакие. И дело дошло до того, когда Игорь мне звонил и спрашивал: Коль, ты что купил? Я по ошибке сказал, что я купил все 40 градусов. Угу. Хотя на самом деле здесь, по-моему, больше 30-то и нету. Так, давай посмотрим. Значит, у нас сегодня выступают, значит... Вишневый Арарат Ереванского коньячного завода, крепость 30 градусов. Значит, у нас выступает зимняя деревенька Графиня Вишня, которая мне очень нравится уже не первый год, и в ней 19 градусов, да? То есть понятно, что сравнивать их с слепой дегустацией было бы некорректно. Мы просто оценим вкус, ароматику и все прочее. Значит, у нас здесь присутствует настойка сладкая Онегин Гурме Вишня. Делает это, по-моему, питерский завод, опытный завод «Нива». И, кстати, именно этот завод делал водку «Нива», про которую у нас сюжет был с Василием. Не знаю, видел ты его или нет. Вот, Вася привез из Питера две симпатичные водки, мы их пробовали. Один из последних выпусков. Да, но она была не вишневая. Дальше у нас идет внезапно Франция. А, крепость, я не сказал. Крепость у нее 20 градусов. То есть она близка к деревеньке. Дальше у нас идет Франция. Сахарный сироп, черешня, вода, этиловый спирт, ароматизаторы, сладкая вишня. Так, значит, и здесь у нас, крепость 15, да. То есть совсем мало. Дальше у нас идет вот эта настойка по домашнему рецепту, которая крепость у нее 19. Ее делают, по-моему, вот этот вот калужский завод «Кристалл», на котором мы с Юрием Юрьевичем были. И точно знаем, что спирты там качественные. И у нас настойка Немиров вишня на шоколаде 21 градус, вот, которую делает, соответственно, ООО «Родник» в России. Вот такой вот у нас расклад. То есть самый крепкий у нас получается, соответственно, вот этот вот Арарат. Давай тогда по крепости расставим. Я не знаю, как ты расставлял. Вот эта пятнашка, она, наверное, идет вообще в самое начало. Так, это у нас сколько? Это 21, это вот сюда у нас идет. После 19, да. Да, это вот сюда идет. Здесь у нас 19. 19, тоже. Это вот сюда. Вот теперь примерно распределение. Нет, да, здесь 20. А, 20? 20, да, поэтому сперва вот здесь 19. Да, ну вот так, 20, да? Да. Все, ну тогда, соответственно, мы будем заканчивать вот этой. Будем двигаться с той стороны. Начнем с самой слабой. Так, ну что, давай тогда мы, соответственно, все вот это вот разольем. Или мы будем наливать и сразу пробовать. Нет, это же не выдержанное, да, поэтому можем наливать и пробовать сразу. Так, ну начинаем с этой, соответственно. Да, французская вишневка. Так, французская вишневка, самая слабенькая, 15 градусов, продается в азбуке вкуса. Сколько ты из нее отвалил? Уже не помню. Она и самая дорогая, друзья. Счастливые цены не наблюдают. Ладненько, наливаем, как всегда, социально ответственно.
Или все нальем, чтобы сравнивать? Давай сразу нальем. Хорошо. Давай сразу. Тебе помочь? Нет, ты отдыхай. Ты у нас сегодня с трубкой сидишь, забиваешь себе рецепторы непонятно чем. Ребята, так что просто Игорь, он немножко... Он сожалеет, что он сам не курит, поэтому... Нет, не может я сожалею такой... о другом. Я сожалею о том, что я как раз курю, и как раз курю трубки. Ну, ты только... серьезно? Конечно. Где твоя трубка тогда? Нет, дома, конечно, мы же не собирались курить в кадре. Тем более у меня отродясь не было такого прекрасного табака, как у тебя, поэтому я только сижу, завидую. Ты знаешь, на самом деле мы на камеру только одного не делаем с тобой, все остальное у нас нет запретов. А чего мы делаем на камеру? Чего мы не делаем, друзья? Чего мы только не делаем? Вот этого мы не делаем. Того, что мы не делаем. Ну... Был бы Юдич, он бы сказал, но я просто не... Я не посмею. Вот поэтому его здесь нет. Да, я знаю, мы знаем, чего мы не делаем. Мы с тобой не поем здесь караоке. То есть до таких гнусностей мы не опускаемся. Слушай, как хорошо. Друзья, а вы о чем подумали? А мы о караоке. Они про Дом 2, наверное, подумали. Есть же люди, которые обсуждают Дом 2. Я не знаю, он еще идет вообще? А Собчак еще не уехала? Куда? Ну, куда там. А ты думаешь, она его до сих пор судит? А, уже не судит, да? Я как-то уже отстал. Так. Не, ребят, вишневая настойка – это прекрасная тема. Я, конечно, сильно завидую людям, у которых кто-то дома умеет ее делать, да? Ну, у меня папа неплохую делает, да? Но вот это именно настойка. А есть еще высший пилотаж – это наливка. Это когда люди специально там как-то они... Ну, настойка это что? Ты взял там вишню, да. Сахар настоял на водке или на спирту, да. Вот тебе и настойка. А наливка это совершенно другой продукт. У меня друг Павел Иевлев публиковал как-то рецепт. У меня даже не хватило сил дочитать этот рецепт, настолько он был сложный. Но там все было очень круто. Она у него как-то бродила эта вишня, что-то он там куда-то переливал, что-то это делал. Вот, и это было, судя по всему, очень вкусно. Так, ну вот мы разлили, да, и тут уже можно обратить внимание, да, что... Сейчас я вот раздвину чуть-чуть. Видите, да, вот эти четыре образца, которые более-менее слабенькие, все примерно одного цвета, да. Потом у нас какой-то странный цвет идет у вишни в шоколаде, потому что, наверное, там помимо вишни что-то еще присутствует. И это, ну, самый темный, соответственно, у вот этой Арарат вишни, да, потому что там, наверное, что-то конечное присутствует, но это мы сейчас выясним. Так, а что у нас влияет на эти шоколадные? Давай на состав глянем. На состав, так, значит, вода питьевая исправлена, спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья люкс, солодовый сахарный сироп, натуральная основа вишни в шоколаде, сок вишневый, спирт этиловый ректифицированный, опять из пищевого сырья, краситель, сахарный колер, кислота лимонная, экстракт шоколада. Ну да, вот видим экстракт шоколада. Понятно. Ну, посмотрим, как он отразится на вкусе. Так, ну давай еще с француза начинаем, да? Да. За встречу, Игорь. Да. Огромное тебе спасибо, что покупаешь образцы. Вот, и благодаря тебе наши зрители могут каждый раз видеть вот разнообразие и, соответственно, слышать наши оценки, которые как помогают им ориентироваться. Надеюсь, зрители оценят, потому что мы до этого пили водки, коньяки, виски, а тут вот перешли на совершенно для нас новую категорию. Ну, оценят они или не оценят, это мы поймем по лайкам. Вот, не забывайте ставить лайки, чтобы мы как можно выше вас оценили, ваши старания. Вот. Давай. Запах потрясающий, прям вишней пахнет, друзья, натуральная вишня. Прям да. Кого-то вот ты купил, помыл ее, взял в горсть, нюхаешь, она пахнет свежей вишней. Ну, я бы еще даже добавил, что ты пока ее нес... Вот я обычно же, да, ну, я, ты же не только вишню покупаешь на базаре, да, ты там обычно что-то еще покупаешь. Вообще черешню, да. Да, нет, ну, короче, я вот каждый раз, я пытаюсь запомнить, да, что вишню и помидоры не надо покупать первыми, да, потому что они оказываются на одни сумки, и потом все будут раздавлены, да, потому что сверху будет лежать картошка, арбуз, еще что-нибудь, да. Ну, короче, вот это вот аромат именно той вишни, которую купил я, которая лежала на дне сумки, была раздавлена, и поэтому пахнет особенно хорошо. Отлично. Так, твое здоровье, дружище. И ваше, дорогие друзья. Ну, конечно, французы молодцы, ничего да. Не скажешь. Великолепно. Сколько стоит это все-таки, может, вспомнишь? Ну, не буду обманывать, надо есть самая-самая дорогая. Причем значительно дороже, чем все остальное. Но это 3 тысячи или 8? Нет, это меньше 3 тысяч. Так.
Я думаю, что мы в подсказках там в видео дадим указание на цены. Вот. Может быть, 1500, может быть, 2000, может быть, 2200. Честно, я не помню просто. Ну, друзья, вы можете гуглить, потому что это самое вот крупно тут видно. Крем де Криот, Верден. Вот. Потому что, опять же, в регионах тоже цена может отличаться, не везде это есть. Вот. Но у нас помимо канала есть огромное количество пабликов в соцсетях. Есть ВКонтакте, есть в Телеграме, и там можно обмениваться информацией, особенно в Телеграме, который называется Теме Ресторанер. Все ссылки есть в описании ролика, поэтому зайдите туда и напишите, за какие деньги вы, собственно, это нашли. Вот. И мы тогда будем понимать обстановку, знаете, это как погода по стране там в разных городах. Да? Вот. Вы можете писать цены на вишневки по стране, да? Потому что вся страна смотрит. Будет удобно. Но действительно замечательный напиток. Вот. Можно его всячески рекомендовать. Дальше, я так понимаю, идет бюджетный калужский вариант. Старый лекарь. 19 градусов. По домашнему рецепту. Так, и сделано. То есть у нее в составе, соответственно, что у нее? Так, то же самое из пищевого сырья люкс. Состав: вода, питьевая исправность, спирт этиловый ректификованный, ароматный спирт ягод вишни, сахарный сироп, настой спиртованный ягод вишни, ароматный спирт листьев вишни. О, вот это, кстати, классно. Потому что вишневые листья, они дают совершенно особую ароматику и вкус. Особенно при засолке, кстати. А косточки дают? Косточки, они дают такой, ну, такой, не знаю, другой оттенок. Не знаю, были ли здесь косточки или нет. Давай попробуем. Сначала понюхаем. Кстати, ароматика не такая ярко выраженная, но, кстати, это может говорить о том, что просто нету искусственных этих ароматизаторов. Потому что натуральная, когда ты настаиваешь, она так сильно пахнет не будет, как в первом случае. Это так пахнет сумка с вишней, которая лежит под картошкой, под арбузом, под всем остальным, но метрах в трех от тебя. Ну, примерно, да. Вот ты прям с каждым разом даешь все более точные сравнения. Твое здоровье. Ориентируюсь на тебя. Да, прям видно, как адвокат перерождается валкоэкспертом. Это здорово. По вишневкам. По вишневкам, да. Ваше здоровье, дорогие друзья. Такой нейтральный вкус. А те, кто за нашими дегустациями следит, он знает, что я как раз предпочитаю более ярко выраженные, более насыщенные вкусовые ароматы. Ты знаешь, согласен, но опять же, да, вот, извини, я, к сожалению, допил, вот, с твоего позволения, еще чуть-чуть себе капну для сравнения. Вот мне кажется, что вот Калужский завод, они просто все сделали по чесноку и не усиливали никак эффект. А вот французы, мне кажется... Извини, пожалуйста. А вот французы... Вот давай сейчас сравним. Не, я почему знаю? Потому что мой папа тоже делает вишневую настойку, да? И когда он берет вишню и настаивает ее на водке, то вкус получается больше похож на, соответственно, на калужский вариант, чем на французский. Сейчас мы поймем, в чем отличие. Да, здесь прям вишня пахнет. Понимаешь, да? А не может быть, да, у настойки вкус той же самой вишни. Почему может быть? Не может быть, потому как что на него быть? Влияет... Но вот же есть. Ну, есть, потому что, видимо, там... Вот, ароматизатор, вот, натуральный ароматизатор, видишь, написано. Там нету натуральных ароматизаторов. А там, где присутствует ароматизатор, вам всегда кажется, что это вкуснее. На. Все правильно. Адвокат должен пищевая проверить всю добавка, документацию. Регулятор кислотности, лимонная кислота, пищевой краситель кармуазин Е122. Что такое? Ну, для красоты. Пищевой краситель. То есть он ничем не пахнет, да? Нет. Это не ароматизатор. Нет. Друзья, покупайте тогда вишневку с ароматизатором. Ну, короче, вы сами решаете, что вам нужно. Вот. Я просто объяснил, почему они отличаются. Так, теперь идет у нас моя любимая, это самая зимняя деревенька Графиня Вишня, вот, которую я люблю и знаю довольно давно. Вот. Еще раз хочу сказать, что это Саранский ликеро-водочный завод, а и у них свой собственный спиртзавод рядом, Кемлянский. Вот. Все натуральное, все качественное. Вот. Так что запах хороший. За сотрудников этого завода. Он по интенсивности ближе вот идет вот Калужской. Да, потому что тоже без ароматизаторов. И у меня на канале, кстати, есть фильм, если хотите, могу дать ссылку. Там прям вот
показано, как она делается. Вот прям как все это. Ну, помнишь, мы как-то дегустировали перцовки, да? И да. Нас тоже больше нравились перцовки, которые были с более ярким выраженным вкусом перца, да, и чеснока. Да, да. И их перцовка проиграла, потому что она такая, да, она была мягкая такая, да. Да, 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 да. Теперь давай оценим, что у них с вишней происходит. Вот она, вот, понимаешь, мне нравится. Она не выпирает. Мне нравится, да. Она не выпирает. И вот если ты сейчас после вот этого попробуешь свою Францию, то ты поймешь, что французы просто докрутили аромат и вкус. Ты знаешь, я думаю, в чем главная разница? Это вопрос, когда пить. Вот эту вишневку ты пьешь уже после обеда. Это такой классический десертная вещь. А это за завтрак? Это нет, а это во время еды можно пить. Этим можно запивать. Ну вот смотри. Закусывая. Да, смотри. Ну, вот это вот, знаешь, это вот прям такой, вот вишневые компоты раньше «Глобус» продавал, и насыщенные были такие, ядреные. Вот, а это как-то более интеллигентная штука. И, опять же, мне кажется, она более гастрономичная, потому что вот с этой вишневкой ты уже никакую, ну, вряд ли ты сможешь чем-то закусить, потому что не сочетается ни с чем. А вот здесь уже можно что-нибудь к этому, я даже думаю, под котлету можно. Очень неплохое сочетание. Да, о чем я говорю, как раз это можно под еду. Да, 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 потому что, например, в той же самой Швеции или Финляндии, они, я заметил, что, например, какой-нибудь котлете, они подают какой-нибудь брусничный соус или там варенье даже, вот не кетчуп, да, а вот именно такая кисло-сладкая штука. Так что вполне может зайти и с мясом, и чем угодно. Ну что, пробуем Онегин? Да, давай попробуем Онегин, потому что я Онегин не пробовал, но вот, но завод у меня вызывает доверие и уважение. Водка у них хорошая, да. Тоже такой еле ярко выраженный, аромат, да. Но правильный, честный вишневый ароматик. Ваше здоровье, твое здоровье, благодетель ты наш. Ой, какая кислинка классная, да? Вот это с косточкой уже как бы. Прям с косточкой, да. Да, 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 да. Вот. Без ароматизатора, надеюсь, давай посмотрим. Я думаю, да. Сейчас. Ну, она прям вообще отличная. Прям, друзья, прям, да. Кисленькая-кисленькая вишня. А, вот, смотри, тут, значит, состав. Настой вишни, граната, барбариса, сок вишни, вода питьевая исправленная, сахарный сироп, спирт этиловый, ректификованный спичевого средства люкс, сок лимона, настой земляники, настой корицы, да. Настой березовых почек, настой коры дуба, настой миндаля. То есть это тот случай, когда мастер купажа вот использовал, казалось бы, совсем не связанный с вишнем, да, вот эти вкусы, да, он дал вот эту косточку, да, потому что, насколько я знаю, на косточке настаивать нельзя, потому что говорит, синильная кислота выделяется, еще что-то выделяется, ну, короче, оно вредное. Угу. Вот, но вот эта кислинка, да, вот, они очень творчески подошли, они ну, молодцы. Такой, да, вот более прям интересный микс, друзья, но на самом деле в итоге барбариса я не чувствую, граната я не чувствую, да, я чувствую, да, да, такой, да, знаете, легкую кислинку настоящей вишни. Да, потому что вот они, ну, понимаешь, это как вот художник, да, вот он берет, например, там, да, желтый и синий цвет и получает зеленый. Которого изначально не было, а он вот зеленый. Я прям бы еще попробовал. Вот. По-моему, это вообще сегодня самый удачный вариант, все, что мы пробовали. А сколько она стоит, не помнишь? Тоже, знаю, вот не записывал, когда покупал. Друзья, я практически все, кроме французской вишневки, брал в красном и белом. И только вот это брал, соответственно, в анатеке азбуки вкуса. Слушай, ну вот это для меня реально открытие. Причем уже второе подряд. Первое открытие было, когда Вася привез их из Питера. Не. Удачная штучка. Отличная вещь, да. Я не удивлюсь, если окажется, что тоже это какой-нибудь там этот кухмейстер Петра Первого, там рецепт уходит корнями там неизвестно куда. Вот, ну ладно, это мы попозже выясним. Двигаемся дальше, да? Движемся дальше, да. У нас Немиров, вот это вот, что там в шоколаде-то? Вишня. Вишня в шоколаде, да. Давай попробуем. Ну и да, действительно, шоколадная ароматика присутствует. Ну да, подтвержу. Такая легкая глазурь. Ваше здоровье, Николай Константинович. Игорь Гаврилович, что скажете? Гаврилович. А, слушай, ну вот, ну это действительно вишня в шоколаде. Но шоколад такой достаточно гуманный. Вот я бы сказал, вот я часто употребляю вот это. Раньше был табак «Золотое руно». Мне очень жаль людей, которого не застали. У него была потрясающая ароматика. Такие же примерно нотки, это такие табачно-коньячные чуть-чуть такой оттенок. Но вообще это не вишня. То есть, ну, я бы не сказал, что это вишня. Это вот что-то
Ну, похоже на такой, на вишневый табак. Вот раз уж ты трубку куришь, да, ты знаешь вот эти все черри, да, вот на вкус. Вот это похоже на это. Друзья, это тоже такая больше уже десертная тема. Да, десертная тема. Это не под закуску. Да. Это вы уже пообедали, вышли за стола, расслабились, и сидя на диване, в кресле, потихонечку смакуете вот эту десертную настоечку. Точно. Так, ну и, соответственно, если мы уже хотим повысить градус, да, уже перейти к каким-то серьезным вещам, мы переходим к этой вот настойке, которой, значит, спиртной напиток на основе армянского коньяка «Арарат» со вкусом вишни, произведен в Республике Армения из выдержанных армянских коньячных дистиллятов, минимальный возраст которого не менее 6 лет. Сорта винограда «Кангун», «Ракоцетеля», «Васкиат» и «Бананс». Место происхождения винограда – Республика Армения, год урожая 14-й. Значит, доля этилового спирта здесь 30%. Состав армянский коньяк, выдержанный КВ. Вода исправлена, сахарный сироп, краситель, вода исправлена, натуральные ароматизаторы, вишни, шоколад. Вот. Ну да, то есть вот не спирт люкс, да, а уже вот это коньячная основа. Да, и изготовитель ПР Русь. Хорошо. То есть это просто уже немножко другой формат. Сейчас заценим. Я так понимаю, это будет вишневый коньяк. Да, тем более крепкий. Ну, у него коньячная ароматика, конечно, преобладает. Ну, интересный запах. Вишня отходит на задний план, но интересный, да. Тут я прям коньяк действительно ощущается. Да. Армяне молодцы, смогли вот как-то вот сохранить за вишней вкус. Ваше здоровье, дорогие друзья. Коньячного дистиллята. Чтобы все у вас было хорошо. Особенно у тебя. Вот интересно, да, думаю, где бы я пил бы такое сочетание? До обеда, после обеда, во время обеда? Слушай, ну, понимаешь, это вот и не коньяк, и не вишневая настойка. То есть, но это, знаете, такие игры разума, да, это когда ты наливаешь и сидишь, думаешь, что это я такое выпил. Вот, то есть, ну, забавный вкус, да, то есть, ну, это можно посоветовать людям искушенным, да, которые уже устали от чего-то одного, да, там они привыкли там пить либо коньяк, либо вишневую настойку. Вот теперь им нужна какая-то смесь, да. Вот, тогда это можно взять, вот, но не знаю, стал бы я это как-то... Друзья, знаете, тоже не под закуску. Это не абсолютно не под закуску, да, нет. Это отдельно вот посидеть с фруктами, может быть, с шоколадом. С абрикосиком. После обеда, да, посмаковать. Ну, интересно, интересно. Интересно, да. Ты молодец, что взял разноплановые напитки, и я тебе дико признателен за то, что мне открыл вот это, потому что я это вообще даже в продаже не видел, честно говоря, но теперь обязательно куплю, если увижу. Значит, ну, наверное, из всего вот этого, что тут было, я, наверное, продолжу покупать вот эту свою деревеньку, которая графиня вишня. Я поищу, потому что я не видел в продаже вот эту вот, от Калужского завода, и я обязательно найду вот эту и куплю, потому что вот эта прям мне очень понравилась, она прям отличная. Ну, или подожду, когда Вася в очередной раз поедет в Питер. Хотя нет, ты же купил ее в Москве, значит, она есть в Москве, да? Конечно. А ты ее где купил? В Питер красное-белое. А, она есть красным и белым? Да. Шикарно. Цены ты, конечно, не помнишь, но мы их потом узнаем. Друзья, ну, если говорить о моих вот первых трех местах, то я бы, наверное, выделил бы, да, все-таки вот французский десертную вишневую настойку. Она мне очень понравилась. Да, может быть, они этого добились за счет вот вкуса ароматических добавок, но, тем не менее, удачно получилось. Так. Безусловно, в тройку лидеров у меня вошел бы Онегин, потому что ничем не повторимый и незабываемый. Ну, это прям открытие сегодняшнего, да, вечера, да? Такой кислинка, да, вот, угу. Прям очень узнаваемо, слабо, очень узнаваемо. Ну, безусловно, да, в тройке лидер был бы, конечно, армянский вариант, потому что сочетание коньячных дистиллятов с вишней, крепость высокая, более высокая, чем у этих настоек. Но, тем не менее, да, я бы вот так могу себе представить, что я посидел бы, посмаковал бы и получил бы удовольствие. Ну, ты знаешь, я могу сказать, что если эта штука стоит столько же, сколько коньяк, я бы предпочел бы обычный коньяк. Вот. Но, опять же, дело вкуса. Вот, к сожалению, да, не записал цены, но мне кажется, все-таки дешевле, чем коньяк. Слушай, ну, давай мы, наверное, подумаем о том, что наши зрители, они, в общем, в состоянии сами, да, пользоваться Гуглем, Яндексом, там, любыми другими поисковиками, вот, а также, собственно, ногами и глазами, потому что ногами можно дойти до магазина, а глазами найти на полке, и там уже увидеть цену, и всеми этими данными поделиться в наших прекрасных сообществах, которые есть в Телеграме, ВКонтакте, вот, и даже в этом
запрещенном, порицаемом, вот этом, как это, в Фейсбуке, да, это называется. Да. Это предлагаю взять место. Тройку наших лидеров и еще раз попробовать, да? Потом с тобой разное получилось. Ну, не могу тебе этого запретить, а уж тем более отказать. Так, значит, кто у нас там тройка лидеров-то, значит, соответственно, четвертый это вот этот был, у меня вот это. Это я тебе тоже наливаю, у тебя тоже открытие. Это монолит, оно можно добавить, да. Конечно, я тебе добавлю. Так, градус тут все-таки поменьше, поэтому можно пить чуть менее социально ответственно. То есть пить чуть более. Здорово придумал. Так, что тебе еще налить-то? Армянский. Армянский, пожалуйста. Вишневый коньяк. У меня ничего остался. Так, вот тебе армянский. Кстати, странно, что Дагестан не делает такую же вещь, как армяне. Ну или мы об этом не знаем. Да, Дагестан тоже умеет работать с виноградом. Так, что-нибудь еще? Что, изволите? Нет, я все выбрал свою тройку. А, вот эти два ты хочешь? Нет, три. А, французы еще можно мне налить, да? Пожалуйста. Ой. Ладно, чтобы тебе не было грустно и одиноко, я себе тоже налью французы. Так, и опять же начинаем с француза, как с малоградусным. Может быть, ты кому-нибудь тост скажешь? Вы знаете, на самом деле, друзья, хочу поднять тост за открытие новых горизонтов, потому что вот Игорь здесь заговорил о том, сколько мы с ним уже вместе сидим и выпиваем. Нет, зачеркиваем это слово, дегустируем. Дегустируем. И могу сказать, что за это время я расширил горизонты свое восприятие крепкого алкоголя. Мы, я напомню, пробовали и ром, пробовали фруктовые водки, пробовали различного рода виски, различного рода водки пробовали в разных уже вот прям разрезах. И вот сегодня вишневка, кто бы мог подумать, вот мне 42 года, я никогда до этого не пил вишневые настойки. Благодаря Игорю я это сделал, и могу сказать, что да, безусловно, это стоило сделать, попробовать. Так что за открытие и за то, чтобы у вас в жизни тоже всегда были какие-то приятные открытия, которые вас радуют, которые вам нравятся, и которыми вы готовы делиться с близкими людьми и друзьями. Ура! Не, ну здорово. Да, все-таки ароматизаторы – страшная сила. Да. То есть вот, я думаю, обидно вот этим людям, которые стараются делать все натурально, все по-честному, да, потому что приходят другие люди, правильно подбирают ароматизаторы, да, и все, и у них вкуснее. Как Миша это все называет, овкуснители. Есть же куча продуктов, которые абсолютная химия, да, но детей за уши не оттащишь, потому что там у тебя вкуснители. Весь этот фастфуд, все вот эти вот газировки вот эти вот. Слушай, знаешь, я просто не удивлюсь, если слово «натуральный ароматизатор» здесь обозначены спиртованные всякие настойки, как вот здесь написано. Ну, мы этого не знаем. Просто француз пишет по-другому, а мы пишем по-другому. Нет. Я думаю, химии здесь точно нету. Дорогие товарищи французы, если вы хотите, чтобы мы составили себе верное представление, да, то обеспечьте нам экскурсию на завод, мы с Николаем приедем, все проинспектируем. Вот мы же ездили с Юрьевичем на Саранский ЛВЗ, нам все показали, все по-честному, мы видели, как это настаивают. Натуральная вишня, все там, спирт, все правильно, все. Вот. Если французы не боятся, пожалуйста, можем приехать, невзирая на вот эти сложные отношения. Видишь, написано натуральный ароматизатор. То есть это может быть действительно настой каких-то спиртов выдержанных. Может быть! Они назвали это натуральным ароматизатором. Ну. Еще неизвестно, как наши это перевели. Знаешь, французский язык это такой язык, знаешь, там половина букв вообще непонятно, как читается. Да, потому что они вообще здесь ничего не написали. Ну, назовем это вкусняшки, скажем так. Такой. Хорошо, переходим тогда к нашему Онегину еще раз. Да, с удовольствием переходим к нашему Онегину, я бы сказал. Да, вот этот удивительный аромат, да, за счет сочетания, казалось бы, граната или там что там еще, лимон там, да. Вот, а в результате пахнет вот такое вишневое. Конечно, сочетание вот вишневочки и табака создает очень хороший эффект. Ну, что ты вот меня дразнишь? Думаешь, мне не хочется хорошего табака покурить? Ну ты мне потом отсыпешь, я потом это, из газетки себе сверну эту козью ножку. Я тебе прям-то презентую табачок. Спасибо, спасибо. Молодцы, тоже молодцы. Талантливые люди. Вот мы об этом, кстати, не раз говорили, что, ну, конечно, нормальные виски у нас научатся делать еще не скоро. Но вот по части всяких настоек,
мы уже большие молодцы. Вот у нас, да, в традиции столетние. Да. И я думаю, что нас вот в ближайшие годы ждет прям расцвет вот этого разнообразия, этих настоек всяких. Потом под джином мы отлично выступили, да. Ну, потому что тоже давняя традиция у нас, ну, не знаю, компания Верекс, например, джин выпускала еще с советских времен, насколько я помню. Вполне симпатичный джин. Сейчас их вообще огромное разнообразие. Вот. Но еще раз, пока это могу сказать, что я много вишневок-то не наблюдал в магазинах. То есть, по сути, вот 6 бутылок, которые я нашел, это практически весь ассортимент представлен на московских полках. Но, может быть, еще там вот 2-3 бутылки, которые я не стал покупать, потому что у нас с Игорем есть традиция ставить не больше 6 бутылок для сравнения. Ну, тогда я вот этот заключительный тост предлагаю поднять за тебя, вот, потому что ты не жалеешь своего драгоценного времени, а я сейчас, я вот никогда не назову на камеру, сколько стоит 1 час времени Николая, да, потому что, ну, лучше об этом не думать. Так вот, ты тратишь на это даже несколько часов, да, чтобы найти вот эти 6 вот образцов, собрать по разным магазинам. Делаю это с большим удовольствием, Игорь. Да. Давай. И за это тебе огромное спасибо от за меня нашу дегустацию. И от наших дорогих зрителей. Интересно. Да, интересно. Очень интересно. Да. Ну, кстати, ты знаешь, вот, вот теперь что-то как-то вишня начала больше как-то это... про это пробиваться. Нет, нет, я чувствую четкий такой коньячный дистиллят, никуда они не уходят. И, да, ну, видимо, он чуть-чуть подвыветрился, пока стоял, и показалась вишня из-под него. Потому что, когда вы сразу наливаете из бутылки, то там, конечно, коньяка больше чувствуется. Слушай, даже как-то не хочется прощаться. Так хорошо сидим. Ну, я предлагаю выключать камеры и не прощаться. Отличное предложение, дорогие друзья. Мы с вами точно не прощаемся, потому что выпуски продолжатся. Вот, поэтому подписывайтесь на канал Freetag Media. Там контент совершенно другой. И плюс в том, что вы можете получать там юридические консультации по самым острым современным социальным вопросам абсолютно бесплатно. То есть вы включаете ролик, получаете самую свежую информацию о том, что у нас происходит, и что с этим происходящим делать, и как правильно себя вести. Сейчас это крайне важно, вот, и поэтому канал Николая сейчас гораздо важнее, чем мой. Мой пытается вас отвлекать от проблем и заряжать позитивом. А канал Николая вам показывает, как эти проблемы решать. И как выжить даже в самое непростое время, сохранить себя, сохранить, не знаю, волю, веру, чувства, там, все что угодно. Вот, ну, как-то, в общем, продолжать адекватно оценивать обстановку. За это тебе огромное спасибо. Друзья, тогда жду на нашем канале. Действительно, приходите, смотрите, комментируйте, оставляйте пожелания по темам. Мы все внимательно читаем и стараемся снимать. Катя, равно как, и ваши пожелания по обзорам алкоголя. Я вот обращу внимание, в одном из последних наших выпусков один из зрителей высказал пожелание, чтобы мы с тобой продегустировали бурбоны. Да, и? Я думаю, что надо будет это сделать. Ну, видимо, придется. Я не очень люблю бурбоны, но я более чем уверен, что Николай подберет даже такие, которые понравятся мне. Вот есть у него такая жилка, вот есть у него такой талант вот находить лучше. Вот он же нашел меня, да, вот как бы привел меня, снимаем тут, нашел лучших операторов, лучших гримеров, звукорежиссеров. Вот, вот весь этот многотысячный коллектив, который сейчас вокруг нас собрался, вот это все нашел Николай. Так что он молодец. Всего вам самого доброго, до новых встреч. Друзья, всем пока. Tell you me.